тихом термине. Стройно шла процессия с Мадонной. Дым от свеч сходил и таял мирно. Невесомые, словно тайна мига. Впереди шли девочки все в белом и держали свечи крепко-крепко. Шли они с восторгом оробелым, полные собой и миром целым. Девочки в белом, женщины все в черном, в неверном пламени дрожащих свечей. Девочки в белом, женщины все в черном, в неверном пламени дрожащих свечей. Девочка надеяться пристала, время обмануться не настало, но как будто их судьба за ними. Позади шли женщины устало, позади шли женщины все в черном и держали свечи тоже крепко. Шли тяжелым шагом удрученны, полные обманом увлечены. Девочки в белом, женщины все в черном, в неверном пламени дрожащих свечей. Девочки в белом, женщины все в черном, в неверном пламени дрожащих свечей. И Мадонна, видимо, болела, равно и за девочек и женщин. Но Мадонна, видимо, велела, чтобы был такой порядок и вечер. Девочки в белом, женщины все в черном, в неверном пламени дрожащих свечей. Девочки в белом, женщины все в черном, в неверном пламени дрожащих свечей. Девочки в белом, женщины все в черном, в неверном пламени дрожащих свечей. Девочки в белом.